Украинские силовики не прекращают обстреливать города Донецкой Народной Республики. В Горловке при прямом попадании в частный дом погибло трое детей. Об этом рассказал на совместном брифинге Эдуард Басурин с министром образования и науки. В Горловке во время артобстрела было попадание в частный дом, в котором находилось трое детей. Мальчик 1 годик, девочка 6 лет и девочка 12 лет. Они все погибли сразу. Две девочки погибли в одном помещении, мальчик погиб в другом. Мама осталась жива, с ней сейчас работают медики. За минувшие сутки потери, которые понесла республика среди гражданского населения. 7 человек убитых, 15 человек раненых. Если разделить по территории, это получается 4 погибших в Горловке и 2 раненых, 3 погибших в Донецке и 15 раненых, и 13 раненых в Донецке, прошу прощения. За сутки было зафиксировано 42 нарушения. Это обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики, в результате которых было 13 пожаров. По основным, если брать территориям, где были зафиксированы, в Донецке 19, в Горловке 4, в Ясиноватой сегодня утром был обстрел, 2 разрушения, но в результате которых город остался фактически без электроэнергии и без телефонной связи. На сегодня на утро не работает 4 шахты. Это Лидивка, 17 БИС, Абакумова, Скачинского. Причина неработы – целенаправленно уничтожение шахтных подстанций. Они все без электроснабжения.